Представляю вам победителя тематического тура «Весна» творческого конкурса «Handmade» в категории «Декор интерьера» Ирину Бахмач. Ирина живет и работает в городе Сант-Эльпидио-Амаре, Италия. Она занимается художественной росписью страусиных яиц, а также росписью и декором мебели. Ирина рассказывает: «Я работаю в детской художественной студии «Людотека Джада» и в проекте для детей «Келап» в Италии. Мое призвание – это декоративная роспись. Особенно я люблю расписывать экзотические яйца страуса, у которых очень гладкая поверхность. Расписанные яйца страуса – это чудесные символы всего живого на Земле. На протяжении долгих веков они вызывают необыкновенные ассоциации и эмоции». Традиция украшать интерьер расписными яйцами страуса у многих народов считалась волшебной и магической. И поэтому каждое мое расписное яйцо имеет свое имя. Они как талисман или оберег. Я создала цветочные, сказочные и гороскопные темы. Расписные шкатулки, картины и яйца страуса являются прекрасным украшением интерьера и уникальным подарком. Основной сюжет моих авторских работ – это фауна, флора, сюжеты красочной охоты и ярких сказок с цветочной тематикой. Я использую художественные краски высокого качества и матовый или блестящий лак. Буду рада, если вы закажете роспись или купите готовые авторские расписные яйца страуса. Также могу выполнить на заказ роспись любых деревянных предметов разных размеров. Каждая работа неповторима. Мои контакты вы можете найти в описании этого ролика. Я очень признательна организаторам творческого конкурса «Handmade», потому что этот проект дал мне силы и вдохновение для творчества.